Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости, будем и грешным. Господи, Иисусе Христе, Сыну Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых молитвами, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде Сый, все исполнен. Сокровищу благих и жизни подателю. Приди и вселись в и очисти мне всякой скверны. Спаси Боже душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети немощи наши, имя Твои горы. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавых, яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем. Не прогневайся на ныне зело, не же помяни беззакония наших, но призви ныне, яко в лугу тропим. И избави нас от враг наших, Ты будешь и Бог наш, мы люди Твои, сидя во руку Твою, имя Твое призываем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помилуй нас, Господь, помилуй нас, не находя себе никакого оправдания. Мы грешные приносим Тебе, как владыки, эту молитву. Помилуй нас. Ныне и присно во веки веков. Милосердие двери, отверзи нам, благословенная Богородица. Надеешь на Тебя, да не погибнем. Мы да избавимся от Тобой и от бед. Ты бы спасение рода христианского. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивший меня дожить до часа настоящего, прости мне грехи, которые я сотворил делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дай мне, Господи, этой ночью мирный сон, чтобы, восстав от смиренной ложи, я служил Твоему при святом имени во все дни жизни моей и поборол одолевающих меня врагов плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от суетных помышлений, оскверняющих меня, и от похоти лукавых, ибо Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Держитель, Слово Отче, совершенный во всем Иисус Христос, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисусе, добрый пастырь овец твоих, не предай мне крамольному змею и не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя тления. Ты, Господи Божий, которому поклоняются, Царь Святый, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим светом, Святым Духом Твоим, которым Ты осветил учеников Твоих. Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложено мне. Просвети ум мой светом разума, святого Евангелия Твоего. Душу любовью ко Христу Твоему, сердце чистотой слова Твоего, тело мое Твоим страданием чуждым страстью, мысль мою сохрани Твоим смирением и воздвигни меня во время надлежащее время на прославление Тебя, ибо Ты преклославен среди начальниками отцами и Пресвятым Духом во веки. Господи, Боже наш, все, в чем я согрешил в день сей, словом, делом, помышлением, как добрый и человеколюбивый, прости меня.
Дай мне мирный безмятежный сон. Пошли твоего ангела-хранителя, укрывающий и сохраняющий меня от всякого зла, потому что ты хранитель наших душ и тел, и тебе слава возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Которого веруем, и имя Которого чаше всякого имени призываем, дай нам ко сну, готовящим уснуть отдых души и тела, и сохрани нас от всякого мечтания и скверного пожелания, и умиротвори волнение страстей, угаси плоское пламя. Дай нам целомудренно пожить как в словах, так и в делах, чтобы мы усвоили добродетельную жизнь, не отпали от обещанных твоих благ, ибо ты благословен во веки. Аминь. Господи Боже наш, ты благий человек любивый, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, словом, делом, помышлением. Дай мне мирный и безмятежный сон. Пошли твоего ангела-хранителя, укрывающего меня от всякого зла, потому что ты хранитель наших душ и тел, и те славу возносим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, лиши меня небесных твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, прости меня за все, в чем я согрешил, умом, помышлением, словом или делом. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия и бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавым желанием. Господи, как человек согрешил, ты, я как Бог, щедрый, помилуй меня, ленивость души моей. Господи, пошли благодать твою в помощь мне, да прославь имя твое святое. Господи Иисусе Христе, впиши мне раба твою в книге жизни и даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если я ничего доброго не делал перед тобой, то даруй мне... Жена, время 11, пора бой байку. Положить доброе начало. Поспать. Господи, окропи сердце мое, росой благодати твоей. Господи, небо и земли, помяни меня грешного раба твоего, скверного и нечистого царства твоего. Аминь. Господи, прими меня в покаяние. Господи, не оставь меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы, память, смерть и умиление. Господи, дай мне мысли исповеды грехи мои. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, утверди во мне корень, благ, страх твое сердце. Господи, сподобь меня любить тебя всей душой моей, умом, и во всем творить волю твою. Господи, защити меня от злонамеренных людей, и от бесов и страстей, от всякой другой неподобающей вещи. Господи, знаю, что ты творишь, как желаешь, да будет воля твоя во мне грешна, потому что ты благословен во веки. Ты что ж так живот у меня болит? А? Опять заболел. Благого царя, благая мать, пречистая и благословенная, Богородица Мария, милый Сын Твоего и Бога нашего, изви на страстную мою душу. Наставь мне на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока приду. Я Тобой рядом обрящу, Богородица Дева, единый, чистый, благословенный. Ангел Божий, хранитель мой святой, покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я совершил сегодня, и избавь меня от всякого коварства противника моего, чтобы не подмел я Бога ни в каком грехе. Молись за меня, грешный сын раба, чтобы явить мне достойным благости, милости всей Святой Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родилась и душа наша. В руки твои, Господи, предаю дух мой, ты же меня благослови, ты же меня помилуй, живот вечный даруй. Аминь. Огради нас, Господи, силу честного же творящего Твоего Христа. Сохрани нас от всякого зла. Да воскреснет Бог, расточаться ради Его, и добежат от лица Его ненавидящего, яко исчезает дым, да исчезнет, и катает воск от лица огня. Так и да погибнут без лица любящих Бога, занимающихся крестным знанием. Веселье глаголящих, радуйся, причестный же творящий крест, Господи. Прогоняй бесит силу Тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа.
Вошедший попрошу силу дьяволю, и дарашь он тебе крест свой честный, на прогнание всякого супоста. О, пречестный же, дарящий крести Господь, помогай мне со святой Господой Девой Богородицей и со всеми святыми во веки. Аминь. Господи, благослови на чтение святого Евангелия Твоего. Одиннадцатая глава Матфея. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, и перешел оттуда учить их и проповедовать в города их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, и прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». И когда же они пошли, Иисус начал говорить народу в Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыне, трость ли или ветром колеблемым? Что же смотреть ходили вы, человек ли одетого в мягкие одежды? Носящий мягкие одежды находится в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Все я посылаю ангела мой перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобой». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восстал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. От ней же Иоанн Крестителя до ныне Царство Небесное силой берет, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон пролекли до Иоанна, и если хотите принять, он и есть Илия, к которому должен прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подобный род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем ест. Пришел Сын Человеческий, ест, пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправданно премудрец чадом ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и в Сидоне явлены были и в Лен силы, явленные в вас, то давно бы они в вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшись, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл твоим младенцам. Ей, Отче, ибо такого было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца никто не знает, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Слава тебе, Боже. Вот что интересно здесь. Вот мне что мысль какая пришла. Господь постерегает и как бы дает им страх, то есть показывает, говорит: горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. За то, что какие силы были явлены, они не покаялись. И говорит, что отраднее будет день суда, то есть таким городам, как Содом, Гоморра, которые были сожжены. То есть, а люди-то жили вот в этих Капернаум, да, в нем жили, все у них так же идет, они так же ходят на работу, женятся там, выходят замуж, ходят в синагогу, в храм там, все вот эти делают жертвоприношения, священники их там благословляют, им там все нормально у них. И тут появляется человек, который, то есть они вроде никого не убивают,
не воруют, то есть они не садомиты там какие-то. И Христос приходит, появляется человек, который им говорит, что вам будет хуже в день суда, чем садомитам. То есть, чем вот всем этим гомосексуалистам, то есть вам хуже будет. А они ничего даже еще не поняли, что произошло-то, а за что им хуже-то будет. Ну там кто-то какие-то чудеса показывает, ну там исцеляет кого-то, какое-то учение говорит, которое, во-первых, священники не одобряют. Ну, то есть такое опасное. Но они думают, ну и даже если это какой-то пророк, ну мы просто переживем это, а больше-то не будет. Ну, ну как бы мы посочувствуем, то есть послушаем его. А им Господь говорит, горе вам, вам хуже будет день суда. То есть у Бога совершенно другая планка. Мы это даже можем не ощущать. Мы ходим в храм, ходим, ну вроде там все покупают, продают. И мы даже не ощущаем этот, какой грех там происходит. А у Бога он записан. То есть, а у Бога все по-другому там. Мы пустое слово какое-то говорим одно там, да, просто ненужное. А у Бога это все записано, потому что он говорит, что за каждое праздное слово, сказанное людьми, дадут они ответ в последний день. То есть мы должны как-то проникнуться вот этим чувствованием Божьим этих всех вопросов. И как-то Слово Божие только оно может нам открыть это. По-другому нам это не может быть явлено. Потому что мы, вот я лично не имею собственных таких чувств. Я это не ощущаю. Читаешь и думаешь, ничего себе. И, ну, на себя как бы это все переводишь. Только ты можешь от Священного Писания это все узнавать. Что, как реально Бог считает, что Он думает. Так, следующая глава Сирахова, 10 глава. «Не будь ревнив жене сердца твоего, и не подавай ей дурного урока против тебя самого. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сеть ее. Не оставайся долго с певицей, чтобы не пленить тебе искусство мое. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследство твоего. Не смотри по сторонам на улице гордо, и не броди по пустым местам его. Отвращайся око твое от женщины благообразной, и не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились с пути через красоту женскую, от нее как огонь загорается любовь. Отнюдь не сиди с женой замужней, и не оставайся с ней на перу за вино. Чтобы не склонилась к ней душа твоя, чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Не оставляйте старого друга, ибо новый не может сравниться ни с ним. Друг новый тот же, что вино новое, когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его. Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его. Не одобряй того, что одобряет нечестивый, и помни, что они до самого ада, что они до самого ада не справятся. Держи себя дальше от человека, имеющего власть умышлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти. А если сбежаешь с ним, не ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни. Знаешь, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь. По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми. Рассуждение твое да будет с разумными, и всякая беседа твоя в законе Вышнего. Да вечеряют с тобой мужи праведные, и слава твоя да будет в страхе Господне. Изделие хвалится по руке художника, а правитель народа считается мудрым по слову его. По словам его, боятся в городе дерзкого на язык и ненавидят, где ты промечива в словах. Слава тебе, Боже. Евреям 5 глава. Ибо, апостол Павел говорит, ибо всякий муж, ибо всякий пресвященник из человеков избираемый для человека поставляется на служение Бога, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не примет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. То есть священство никто сам собой не может принять. То есть захотел стать священником, потому что по образу Аарона, призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первым священником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплем и слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти
и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека, о чем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но у вас снова нужно учить первым началом Слова Божие. И для вас нужно молоко, а не твердой пищи. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот Игнатий Тихонович, твердой пищи может питаться, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть у него уже это навык различать. А нам пока еще некоторым, ну мне по крайней мере, вот эти слова подходят. И судя по времени, вам лежало бы учение, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Потому что навыки-то как раз-таки противоположны от Слова Божия. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Павла Отче, услышь молитву нашу. Прости меня грешный, помилуй. Тайное и явное, в уме и в помышлении. Во все дни жизни. Великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подал мне, где я падал, и стал к Господу. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаяться во спасении. Это помощь Духа Твоего Святого и молитвы святых. Хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, который даровал мне веру Твою святую. Даруй мне, Господи, страх Божий, желание святого Твоего. Благодарю за день, который даровал святую Библию и указал толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе. И святая Владычественная Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоей святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покроем опором любви Твоей. Скорбя в печали, в тесных обстоятельствах, помоги мне от позора поношения, по сравнению отступничества и дневной, спаси. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий. Богородица Преснодева Мария, спаси нас. Ангел Христов, храните мой святой, моли Бога о мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли бы погубить меня сразу. Без покаяния отпусти жизнь, в транспорт и всюду ты хранишь меня, ангел мой. Но благодарю тебя, что никогда не давал мне отчаиваться во спасении. И смертный час не покинь. На мотарствах проведи души мои, и видит царство небесное вечно. Благослови, Господи, народ твой еврейский, чтобы приняли Сына Твоего Иисуса Христа как Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, украинский, белорусский, французский, немецкий, английский, ливанский и все народы, братьев наших, да покаятся, обратятся к Тебе и изменят жизнь свою. Пошли, Господи, проповедников на все народы языческие земли, китайцев, японцев, индийцев, негров и все. Черных всех, всех, Господи, пошли своих дел у Тебя. От церкви Твоей, а не от сектантов. Господи, Боже наш. Иоанн Креститель, причетче Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности. И быть благочестивым и довольным. И довольствоваться питанием и одеждой. И искать прежде всего Царствие Божие, правды Его. И не бояться начальствующих и правителей гробных. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. И устать верности Богу. Господи, услышь наши молитвы тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриарха Кирилла, Варфоломея, Ильи, Франциска, митрополитов, епископов, Пармена, Сергия Алтайского, Анастасия, Феофана, Игнатия, священников и диаконов.
Святослава, Геннадия Геннадия, отца Якима, Владимира, Анастасия, Артемия Дмитрия. Господи Боже наш, всех служителей Твоих. Святитель Христов, Никола Мирликийский чудотворец, образ колстивы и держами, добрый архипастырь, моли Бога нас. Господи, слава Тебе, святитель Господне Никола. Скорый помощник в деле, благодарю Тебя, слышу молитву о людях и животных. Господи, Боже, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Ездра и Нумия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиля, Гей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Троки, пророк, Мессия, молите Бог. Господи, слава Тебе, святую Библию, из одинных пророков, которые движимы Духом Святым, из реки записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Святым Твоим Церковь Твою, дабы день прихода нашего отшествия не застал нас спящими, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры, со своими полными веей добрых дел, содеянными в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы и архангелы, и любимые серафимы, все небесные силы престола Божия, предстоящие молитве Бога, святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога нас. Господи, умягчи сердца правителей мира. Владимир, Владимир, Александр, Эрдогана, Дональда, Рамзана, Рустама. Да продлится, Господи, еще мир. Дай нам, Господи, пастыря и место для занятий. И определи нашу участь, как Тебе угодно. Господи, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи. Спаси и помилуй. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Снежский, Юстин Философ, Косма Демьян, Андрей Стертилат, Ирион Мученик, Климент Римский, Климент Анкийский, Афиник Индийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святой царской семейства, Владимир Вениамин, Иосиф Борис и Глеб, Авраам и Болгарский, молите Бога нас. Да помилует и спасет Господь нас, дарует нам жажду свет Слова Божия, любовь святой Библии. Господи, молим Тебя о нашем духовном отце Игнатии, и отце Якиме, и всех братьев общины, Игоре Дагунове, Игоре, Надежде, Владимир, Сергия, Виктора, Инафы, Нестора, спаси их и помилуй. Господи, молим Тебя о всех ныне участвующих в молитве нашей. Галина, Валентине, Евгении, о Екатерине, о Наташе, Наталье, о Павле, Сергии, Вячеславе, Екатерине, Виталии, Наталье, Юрии и всех, кого нет и кто не участвует в данной молитве. Господи, коснись сердца, спаси и помилуй, дай им благодать Святого Духа Твоего, исповедуй Тебя перед людьми, и быть вратимым Духом Твоим Святым. Господи, дай нам угодить Тебе, дай нам остаток жизни посвятить Тебе, выйти Тебе навстречу с горящим светильником истинной веры, сосудной полной и имея добрых дел, с надеянной Духе Святом с любовью. Великий Учитель Церкви, Василий Великий Григорий Богослов, Иван Златоуст, Афанасий Великий Ефрем Сирин, Антоний Макарий Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радужский, Стефан Перский, Серафим Саровский, святитель Феофан, святитель Игнатий, Иван Тобольский, Иван Кронштадтский, Иван Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Никонтий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Флорид Московский, все переводчики Священного Писания, молите Бога нас. Да помилует спасет Господь нас, да дарует нам жажду и свет Слова Божия, любовь святую Библию. Господи, молим Тебя о всех еретиках и заблуждениях пребывающих, наших родственников и близких. Господи, если кто что гонит против нас, или какую-то клевету, или злится нашу нас, или как-то мешает приобретать наше спасение и получаться Слово Твое, прости, Господи, и помилуй, и коснись их сердца, и вложи в наши уста, что сказать вовремя и когда сказать. Господи, да будет воля Твоя святая нас всех. Святые жены и девы, Феофан Первомучец, Фатина Самонина,
Вера Надежда, Любовь Матерь София, Наталья Адриана Варвара, Екатерина Перепитую Татьяна, Ирина Ольга Елена, Нина Марина Магдалина Мария Египетская, Крестила Акила Андроник, Юния Каприяна Юстина, молите Бога. Даруй, Господи, послушание целомудрию женам и делам, и сохрани их от поруганий, нападений добрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Господи, Пресвятая Троица, молим Тебя о всех гонителях и врагах наших, о врагах Игнатия, нашего духовного отца. Молим, положи под ноги все супостаты. Примири, Господи, наших врагов с нами. И прости им, Господи, если что-то они делают не так. Прости их злобу, прости их клевету, ибо не ведают, что творят. И наши сердца размягчи, Господи, чтобы мы братолюбивы и были, и ни на кого не злились и не обижали. Но исправлять могли. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси и помилуй. Боже, милостив будем мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа, Господи, совершил, прости меня и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых твоих на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящих нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву, а всех тех, кто заповедал нам о них молиться, спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушай, не слушай травку. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Аминь. Благодарю вас, братья.